Мы всегда уделяем огромное внимание тому, как преподнести наш продукт покупателям за максимально сжатое время. Мы создавали демки, в которых показывали идеализированное видение игры в Half-Life, Half-Life 2, TF2 или любое другое наше творение. Эту модель мы использовали, чтобы потенциальные покупатели могли оценить всю прелесть игры перед покупкой. Однако, когда мы задумались над тем, как преподнести Dota 2 уже существующему Dota Community, у нас возникли трудности. В отличие от игр с видом от первого лица, где можно продемонстрировать кинематографичность, Dota 2 не слишком-то располагает к созданию внутриигрового фильма о процессе игры. Было бы очень сложно показать новичкам всю глубину, все нюансы игры, если бы мы просто засняли геймплей. Были и другие сложности. Еще существовала Dota Community, и мы хотели показать им, что мы в курсе их желаний, что мы все делаем правильно. Не хотелось показаться кучкой раков, которые просто пользовались популярностью Dota. Тогда многие из нас следили за существовавшей про-сценой Dota 1. Нам жутко нравилось наблюдать со стороны за первой Дотой. Сложив все это вместе, мы решили, а давайте проведем турнир. В Германии как раз игровая выставка будет, Gamescom. И пусть профессиональные игроки покажут миру всю крутость Доты. Помещение было не лучшим для проведения киберспортивного турнира. В основном все дело в шуме, доносившемся с соседних сцен. Доходило до того, что я даже не слышал своего сокастера. В общем, работать было затруднительно. Доту тогда демонстрировали впервые. Мы привлекли Зоида, и он следил, чтобы сервера работали как положено. Первая игра, всего одна игра, заняла 3,5 часа. Сурово вышло. Этот турнир, оглядываясь назад, мы понимаем, что он вышел до смешного сырым, если сравнивать с нынешними стандартами. Но свою задачу он выполнил. Люди подходили, видели толкучку, видели какое-то действо на экране и заинтересовывались потенциально классной игрой. Valve усвоили урок. В следующем году они заготовили профессиональное оборудование и приехали в Сиэтл, дабы повысить эффективность. В большей части на T2 работали только сотрудники Valve. Они занимались трансляциями, всеми закулисными делами. Выводом стало то, что надо расти. На следующий раз решили позвать телевизионщиков. Подобными делами лучше заниматься профессионалам, а не людям из Valve. Конечно, это было довольно затратно, но у людей, которые занимаются подобным профессионально, гораздо больше опыта. Мы проводим много времени, разбирая прошедшие турниры. Пытаемся разложить их по полочкам, выделить и удачные, и неудачные моменты. Каждый хочет, чтобы этот турнир стал лучшим из когда-либо проводимых. Это наша цель. Достичь ее можно многими разными путями, но сейчас мы чувствуем, что все идет хорошо. Сердцем The International без сомнения являются люди. Будь то игроки или простые фанаты, все они объединены одним желанием — увидеть отличную доту. В
период между 2011 и 2015 годами Valve приложили немалые усилия, шаг за шагом улучшая каждый аспект турнира. Желания Dota Community были услышаны и воплощены во всем. От комфорта зрителей на стадионе до масштабов проведения и качества трансляции. История начинается по прилету игроков в Сиэтл, где их встречают и довозят до отеля Westin, который служит первой остановкой на пути к The International. Забота Valve об игроках и рабочем персонале видна во всем, начиная от транспортировки в гостиницу и заканчивая питанием. Для группового этапа, в котором команды борются за места в верхней сетке основной части турнира, Valve организовывает площадку внутри самого отеля. Номера превращаются в игровые комнаты и студии трансляции. Для того, чтобы донести турнир до фанатов как можно лучше, люди, помогающие освещать это событие, нанимаются по всему миру. Известные ведущие, аналитики, комментаторы, даже съемочные группы прилетают из России, Китая, США и Европы. Все для того, чтобы дать фанатам лучшее освещение, какое только возможно. Однако не только визуальная часть турнира была улучшена. Valve также приложили значительные усилия, чтобы обеспечить игроков всем необходимым. Каждой команде выделили собственную тренировочную комнату для подготовки и обсуждения стратегии. Напитки, еда и прочие удобства любезно предоставлены на каждом этаже отеля, а также в обеденном зале. Дабы уменьшить перерывы между матчами, оборудование игроков собирается, маркируется и складывается на хранение. Его достают и подключают непосредственно перед матчем, что обеспечивает быстрый переход от одной игры к другой. Основная причина, почему Valve заранее собирают все оборудование игроков, заключается в том, что доверять игрокам в этом плане довольно ненадежно. Нет нужной уверенности. Когда вы проводите LAN, нужно заранее позаботиться обо всем, что даже теоретически может пойти не так, и придумать простейшее решение, как это предотвратить. Так что они попросту забрали у игроков все девайсы. Именно их подключение и занимает большую часть времени. Они собрали все девайсы и данные с настройками. Все данные хранятся на жестком диске. Перед матчем диски просто подключают к компьютеру, который здесь все одинаковые, кстати. Все настройки игры уже применены. Остается только подключить заранее принесенные девайсы, и подготовка завершена. Это делается перед тем, как игроки зайдут в кабинки. Им не нужно беспокоиться, они могут полностью сосредоточиться на игре, ведь все уже настроено именно так, как нужно им. Понятие комфорта вывели на новый уровень. Все ради того, чтобы игроки вложились по полной. Наш подход таков. Отели, перелеты, визы, оборудование — все это мы берем на себя. А игроки пускай просто приезжают и соревнуются в Доте. Ничто не должно их беспокоить. Пока все заняты групповым этапом в отеле Westin, Valve начинают возводить сцену для долгожданной основной части The International, которая пройдет в сиэтловской Kia Arena. На площадке за стенами стадиона возвели огромный Secret Shop, в котором люди могут закупиться любимыми товарами с тематикой Dota 2. Специально для тех, кто стоит в очереди или же просто решил присесть и отдохнуть под солнышком, недалеко установили огромный экран, на котором люди могут наблюдать за играми. Впрочем, главное празднество Доты происходит внутри. Больше 17 тысяч фанатов со всего мира собрались здесь, чтобы наблюдать, как их любимые команды и игроки соревнуются за призовой фонд в 18 миллионов долларов. Мне доставляет своеобразное удовольствие следить за игроками, которые испытывают давление публики. Все же они спортсмены, и многим фанатам нравится наблюдать, как игроки справляются с таким огромным давлением. У игроков в этом турнире есть четкая цель — выиграть The International и забрать щит. Но эта цель лишь для них. У зрителей, следящих за турниром, она другая. Они хотят болеть за свою любимую команду, хотят видеть ее успех. Также они хотят увидеть новые команды, новых людей, которых они могли бы поддерживать. Мы постоянно получаем множество отзывов от фанатов. Они всегда готовы оценить наши действия, и неважно, будь то что-то здоровское или, наоборот, лютый провал,
Но идти по стадиону и слышать, как они обсуждают турнир вживую, это совсем другое. Мы обожаем это. За последние годы не только фанаты, но и все сотрудники Valve эмоционально привязались к этому потрясающему турниру, который знаменует собой чемпионат мира по Dota 2. Они значительно продвинулись вперед. Я с нетерпением жду следующего Ти. Вплоть до сегодня каждое движение было большим шагом вперед. Во время недавней церемонии открытия у меня, как и у многих на стадионе, были мурашки по коже. Толпа с нетерпением предвкушала красочные игры. Каждый человек в этой арене готов сорвать свой голос. Это можно сравнить с Супербоулом в плане реакции людей, их эмоций. Стадион был наполнен любовью к нашему общему делу. Было ясное чувство, что мы являемся частью чего-то особенного, частью истории. Я бы это ни на что не променял. Более того, никто в той арене не променял бы это чувство, что бы ему ни предложили.